spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена сумка от отечественной компании «Рыболов». Это достаточно габаритный аксессуар, который можно считать универсальным. Он пригодится на рыбалке или охоте, в походе или путешествии, при выезде на природу или на пикнике. Давайте поближе рассмотрим эту модель. Сумка имеет следующие размеры. Длина 56 см, высота порядка 31 и ширина 33 см. В качестве основного материала для изготовления применяется современный полиэстер 600D. Он износостойк, прочен и легко очищается от незначительных загрязнений. К тому же, за счет специального покрытия с внутренней стороны, сумка обладает некой водонепроницаемостью и при незначительных осадках способна сохранить содержимое в сухости. Нижняя часть аксессуара и днище усилены рифленым прорезиненным материалом, что позволяет ставить сумку на землю или класть на дно лодки. Вес пустого аксессуара составляет около 1,5 кг. С целью транспортировки на короткие расстояния сверху пришиты две ручки. Для большего удобства они имеют возможность складываться вместе и фиксироваться с помощью ленты Велкро. Обратите внимание, снизу эта деталь выполнена из материала типа Air Mesh. А также имеется несъемный, регулируемый по длине плечевой ремень. Он сделан из прочной стропы шириной 40 мм. С целью снизить давление этого элемента на плечо предусмотрена длинная фиксированная вставка с наполнителем и нижней антискользящей поверхностью. По бокам мы видим вместительные отсеки под молниями с двумя бегунками. Кстати, все собачки замков этой модели оснащаются увеличенными в размерах ухватками с пластиковыми вставками. Отделения пригодятся под бобины с лесками, упаковки с крючками и фурнитурой, пачки с силиконовыми приманками или компактную электронику. А можно сложить пластиковую посуду, скатерть, комплект столовых приборов и даже некоторые продукты. Спереди находятся двойные карманы. Пара наружных сделана из сетки и способна вместить различные аксессуары, рыболовные инструменты и прочую мелочевку. Главное не складывать вещи, способные запутаться в ячее и порвать ее. Вторые отделения более вместительные, и в них разместятся средние и сравнительно крупные по размерам коробки с приманками, салфетки, некоторые запасные вещи и даже свернутая ветровка или дождевик. Чтобы попасть в основное отделение, необходимо открыть двухзамковую молнию, скрытую под тканевой планкой. Отметим, что горловина имеет оригинальную форму, и благодаря этому сумка открывается максимально широко, предоставляя доступ к предметам практически в любом месте. Внутреннего пространства хватит для всего необходимого. Здесь поместятся рыболовные принадлежности, продукты и готовые блюда, личные вещи и то, что может пригодиться во время активного отдыха. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.